Может быть, это был бы Тони Фергюсон, может быть, но я всегда, вот близкие здесь есть, я им всегда говорил, клянусь, я его никогда не считал элитным легковесом. Вот я клянусь, он очень хороший там этот был, но я его никогда не считал элитным. Невозможно быть элитным легковесом 37 лет. Этому никому никогда не удавалось, и никому не, и Хабибу даже не удастся. В 37 лет, в 70, в тяжах, да, в 70, да. Это просто убеждение, которое мне никто не поменяет. Во-первых. Во-вторых, я сейчас скажу. С 16 года он подрался с Кевином Ли, Барбозой, с Петисом и Сароной. У них у четверых за эти 4 года 20 поражений. Ты понял, да? То есть он с 16 года последние почти 5 лет ни с кем нормальным не дрался. И вот сейчас он встретился с молодыми, с хорошими, топовыми легковесами, это Чарльз Оливейра и Джастин Гейдж. И они его разобрали как школьника. Ты же видел? И в том бою там было абсолютное доминирование. Да.